И сегодня же замгубернатора Ростислав Даниленко прокомментировал назначение на пост директора регионального департамента здравоохранения Михаила Осипова. Правда, пока с приставкой ИО. Напомню, соответствующий указ 17 февраля подписал губернатор. Михаил Осипов в разные годы трудился врачом, заведующим отделением, возглавлял различные медучреждения. Его последнее место работы до нынешнего назначения – областная станция скорой помощи. Кроме того, 4 года Осипов являлся депутатом Тутаевского муниципального совета. Он будет ходить с приставкой ИО ровно столько, сколько будет проходить согласование в Министерстве здравоохранения. Почему? Потому что обязательное согласование профильного министерства директора департамента регионального – это обязательно. С 1 января у них поменялась немного процедура в сторону увеличения, поэтому просто этот процесс чисто бюрократический, вот долгий, его надо пройти. Мы пошли путем дожидаясь, но поняли, что это долго и человеку надо работать, поэтому он сейчас ИО. Как только министерство его утвердит, он станет полноценным директором.